самая мы, самые-самые лучшие. И кто с нами тоже самое, пусть не все согласны, что мы здесь такие классные, но это не повод грустить. Пусть нас рассудит ветер и разнесет по свету песню эту о том, как нужно жить грамотно. Я самая, ты самая, он самый-самый лучший. Я самая, ты самая, мы самые-самые лучшие. И кто с нами тоже самое. Я самая, ты самая, он самый-самый лучший. Я самая, ты самая, мы самые-самые лучшие. И кто с нами тоже самое. Штанец был поставлен за короткие сроки, но мы уверены, что у нас все получится. У нас было несколько идей по поводу этого танца. Мы достаточно его ставили достаточно долго. Рады приветствовать вас на ежегодном конкурсе «Танцевальная зарядка». Ребята, а что же такое зарядка? Для чего нам нужна зарядка? Давайте
очень понравилось выступление ребят. Я очень рада, что так много желающих показать свои таланты. Больше всего мне запомнилась зарядка, где ребята сами записали свой голос, они спели песни и под нее танцевали. Я очень рада, что попала на этот конкурс и вообще получила много замечательного настроения, эмоций. Вот, всем спасибо! Вот в этом году опять прошел ежегодный творческий конкурс «Зарядок». Все классы представили свои зарядки танцевальные. Ну, конечно, у кого-то была единая форма, у кого-то не единая форма, у кого-то отличительный знак, у кого-то интересно подобранная музыка. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться дальше, и у ребят появится много творческих идей, и все будет краше-краше, эмоционально-эмоционально. Утренний заряд бодрости помог окончательно проснуться ученикам четырех кенгисеппских школ. В понедельник, 28 апреля, городские чирлидеры устроили для ребят необычное начало дня. Вместо правил пришлось запоминать новые движения. После этого сразу же делаем дождик. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Репетиция в классе оказалась только началом представления. Основное действие переместилось в физкультурный зал. Вот где стало действительно весело. Это был флешмоб, посвященный здоровому образу жизни. Наши ученики очень любят танцевать, очень любят участвовать в разных мероприятиях. И мы подумали, что будет здорово провести такой флешмоб. Организаторами флешмоба выступил молодежный центр «Выбор» совместно с кабинетом профилактики поликлиники «Кингисеппская». Решили, как бы, чтобы дети все-таки апрель запомнили вот как этот день, как день здоровья. То есть они утром проснулись, бодрились, по крайней мере, несколько школ в городе начали вот такой физкульт-минутка, и детям очень хорошая зарядка. И, может быть, знаете, это войдет в привычку как бы школы, да, какие-то, может быть, поменяются уставы. Будет замечательно для здоровья для детей, они проснулись. Утренняя зарядка, несомненно, подняла настроение как организаторам, так и участникам. К занятиям ребята приступили в тонусе и с хорошим настроением. Виктория Халупина, Алексей Васильев, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ. Охренеть!
Это пипец. Thank you.
Да? Не знаю. Я не могу вам помочь. У меня съемка. Там они будут.